вами исходим из того, обычно, что если музыка звучит, если дети тихо сидят, то они, в общем, ее слушают. Хотя на самом деле это самое большое заблуждение, какое только может быть. Есть возможность удерживать перед детьми внимание на слуховом потоке у детей дошкольного возраста примерно 15 или 20 секунд. Возможно, что у малышей младшей группы это еще меньше, это примерно 10 секунд. Какая кошка живет, мяукает кошка, и спать не дают. Мяу, мяу, всех мышей поймал. Ну что мы возьмем для того, чтобы изобразить кошечку? Мы можем взять треугольник. Мяу, мяу, всех мышей поймал. Вторая часть мышей. Они могут не знать, поэтому я вот такие зубочистки втыкала и приносила, и все дети могли это потрогать. Вот. На игольницу похож и на елочку похож, вот такой колючий еж. И вы увидите, что музыка закончилась, и ребенок вынырнул оттуда. Вы получите тот самый процесс, о котором мы все с вами мечтаем, но не знаем, как к нему подойти. Ой, а я хочу Полечку. Ой, а мне зайчик нравился. Ой, а я хочу турецкая роль. Я рада, что вам понравилось, потому что это сегодня была очень сложная тема. И с ней всегда приходится разбираться вот таким образом. То есть, да, иметь целый подвал пунктов, по которым ты идешь. И только в конце добираешься. Дети слушают и любят музыку и просят ее сыграть.